Этот фильм о 7-летних детях, растущих в Советском Союзе. Мы пересекли 11 часовых поясов этой громадной страны, родины сотен народов. От суровых красот в Сибири до солнечных рынков и китайской границы. Небольших индустриальных центров, до взлетов и падений простой сельской жизни. Глупые снежинки тают на гирляндах, розовые спинки пьяные на санках, мандарины на снегу рассыпал кто-то, вокруг елок скоморохи хороводы. Огоньки, снеговичок, заплакал устал. Огоньки, вот дурачок, растаял, пропал. Кем был Ленин? Ленин спас Литву. А что значит эта звездочка? Значит, помощник Владимира Ильича Ленина. А в чем? Что ты помогаешь ему? Нам не говорили. Грустные вороны, битые игрушки, девочки в коронах, мальчики зверюшки, а морковку два пьянтоса утянули. Огоньки в холодной луже утонули. Огоньки, снеговичок, заплакал, устал. Огоньки, вот дурачок, растаял, пропал. Ребята, это те, которые вступили в первый слой маленьких людей. Я нет. Родители тебя воспитают. Кто это? Это не зависит от профессии. Мне не ведет тебя. Почему приказывают? По Бейбовскому. Ну и кто победил? Ленин. Я бы раздала бедность. Я бы нельзя. В советской столице, однако, теперь есть оазис современной Америки. А очередь у него длиннее, чем в мавзолей. Огоньки, снега речок, заплакал, устал. Огоньки.